меня многие до сих пор воспринимают как, ну, как какого-то другого человека. Я никогда не играл в командные игры. Никогда их не любил. Но имею в виду, я играл в Доту, но не как в командную игру. Я в нее в соло играл. Окей, понятно. ГГ. Фриспинов? Это мне? Так, конечно, сейчас нихуя не выпадет. Я не верю. Я не верю. Но 14 это реально дохуя. Еще и начало охуенное. Ебать. Ну, это хуже. Но два вайлда в начале. Еще? Блядь, ну почему королева? Ну, блин. Три вайлда и, ну, блин, ну, хуёво на самом деле. Два символа хороших забрала. Так. Верим, я не знаю. Есть ли смысл? Походу нет. Ну, хуйня пока. Не чувствуется. Нужно больше вайлдов. А больше вайлдов будет? Вау. Ясно. Ну что еще? Непонятно. Хуйня. Но как же было настолько охуенен в АВСМ? Разве вам нужно было просто банчить таков нещадно? Бля, хуйня. Третье лицо, которое размазывает онлайн и так небольшой. Ты жалеешь, что папка умер? Отчасти, да, жалею. Но ты в курсе, почему папка умер? Многие не в курсе, сейчас я объясню кое-что. Сейчас я кое-что объясню после спинов, которые ОФК ничего не дали. Так мы ни разу не дождались новых вайлдов, ну пиздец. Ну почему нет, бля? Какая-то залупа вообще, по 6 долларов дает еле-еле 300, когда 14 спинов. 14 ебаных фриспинов она дает еле-еле 300, еле-еле. Вот это хуйня, вот это поебенище. Ну дай вайлд, ну еще. Бля, мало. Нам нужно больше вайлдов. Нужно больше вайлдов. Нужно больше вайлдов. Нужно больше вайлдов. Всего лишь 4 вайлда, правильно? Больше не будет. Ну, супер биг хуин. Почти x100. Но все равно мало. Ну да, x100, но мало. Я не чувствую. Не, ну реально не чувствую. 14 фриспинов. От 14 фриспинов ожидаешь минимум x150. А ясно. Вообще без ничего. Cool story. Не, ну это камбэк. Внезапно 1000 плюс. Цемани. Ого. Шансы были. Масе-масе. Серьезно? Думаете, я отыграюсь по такой ставке? Верим. Шанс отыграться 0%. Ну что еще? Чел, что думаешь по поводу разрабов PUBG? Мне кажется, эти дауны убили игру из-за того, что не убирают режим третьего лица. Это уже старые новости. Убили рейтинговую систему старую, ну и не банитчики. Это старые новости, это все было еще, ну, это... Твоя душа принадлежит мне. Как будто донат опоздал на... На год. Меня. Пусть хоть посмотрим, что я написал. Жду от тебя ответ по рекламке. Удачи в слотах. Я спрошу у него, хорошо, я спрошу. Спасибо. PUBG это Dead Game давно. Ну, ну что еще? Мало! Иди нахуй. Неплохой сериал. Иди нахуй.
ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ма-ла-ла-ла-ла-ла-ла. О, фриспены БДВ. Ну что еще? Я так понял. Ситуация с Warzone такая. Ты ждешь некий глобальный патч, где сильно ревартует ей. Я ничего не жду. Я не жду. Поэтому ты не освобождаешь 120 гигабит в местах. И попад не потом заново качать. На всякий случай. Ну что еще? На всякий случай, Даня, ну, привет, не удаляю. Володя, ты на прошлом ауке говорил, что играл в ману. Как тебе эта серия игр? Как выиграть? На монеточек в ману 2 или обязательно, чтобы она выиграла, чтобы ты в нее... Как вы умудрились во время бонуски задонатить? Все вместе, все сразу. Такое ощущение, что все сговорились во время бонуски задонатить. Сейчас я отвечу, гайс. Понимай, бонуска, мусор. Ничего не дает. Ничего. Ничего. Literally nothing. Ни разу не дала X5 символа, ни разу. Ни разу X5 символ не выпал. Один раз. One time! Ой, там. Можно же собраться так, если ты говоришь, что это командная игра. Для меня ты самым великим всегда будешь в Доте. Блин, ну сколько можно про Доту? Ну один ебаный раз, ну блин, ну почему нет? Ни разу X5 символ не выпал, ни разу. Кстати, почти, ну типа, ну это не почти X100, это меньше, чем X100, очевидно, ощутимо, но все равно. Хоть какой-то камбэк. Хоть 500 стало. Хотя бы дышим. Каждый ебаный спин. На слоте, который нихуя не дисперсионный, не дает вообще фриспинов, вообще не дает. Вообще. На не дисперсионный, на... Блять, я даже говорить не могу и не хочу. На не дисперсионном слоте нет фриспинов вообще. Даже нет намека на фриспины. О, верим. Сюда. Или бунт. Нормально, нормально. Та-да-да-да-да-да-да. 28, не почувствовал, мало. Сюда. Плиз, плиз. Пиздец, дебил. Рахид ебаный. Сюда. Сюда. Ну сюда. Ну, сука, да. Верни хоть копейку. Он даже нихуя не вернет. Это всего лишь пока что, ну, еле-еле 200, которые я потратил. Да и то. Ага, 200. Я имел в виду 0. Сюда, снизу закинь. Куда ты кидаешь? Посмотри на этого пидора. Просто гнойный пидор. А, все, конец. Если сюда не попал, то конец. Карели? Нету шанса, я прям уверен. Но тут вообще нету шанса. Хуй там! Рели? Не верю. Скобочка хуйня, не почувствовал. Сколько? 365. Давайте по 6 до 300. И на 300 бонуску. Deathmatch. X4 для лучшего в мире. О, самый отброс вышел, который просто смотрите, как он кидает. Посмотрите. Есть сейчас нормально шанс закинуть, но нет. Он закинул, типа, блядь. Чтоб сразу не было шанса вообще ничего споймать. Он сразу обнулил шансы. Не, этот мудак не вытащит. О, сюда, пожалуйста! Да! Да! Красава! Красавчик! Ебать. Неужели тут можно обосраться после такого? Сэмэни! Камбэк! Камбэк! Бэ-бэ-бэк! Всем бэк! Это камбэк! Мало. Ну это камбэк всего лишь. Это всего лишь камбэк. У меня была тысяча. Где моя тысяча? Где моя тысяча? Где моя тысяча?